77 лет памяти и скорби. Дагестан присоединился к общероссийской патриотической акции «Свеча памяти». Она прошла накануне на площадке перед Вечным огнем в парке Ленинского комсомола. Почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны в Рио главы республики Владимир Васильев, муфтий шейх Ахмад Афанди, другие официальные лица. К акции также присоединились волонтеры, ветеранские организации и рядовые горожане. Собравшиеся у памятника воину-освободителю вспомнили скорбную дату в истории нашей Родины. В течение 77 лет, прошедших с этого дня, в памяти народа этот день продолжает оставаться самым горьким и тяжелым. Напомним, «Свеча памяти» – это ежегодная независимая патриотическая акция, которая проходит во многих городах России и за рубежом. Ее главная цель – сохранение в каждой семье памяти о героях войны.